Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный информационный выпуск в обзоре наших авторов. Как и всегда, наши журналисты расскажут о наиболее значимых событиях, которые произошли в эту среду. Вот краткий анонс информационного выпуска. В доме «Рюмочная» звоните! Открылся телефон горячей линии, по которой можно сообщить о незаконных питейных заведениях. Успешное путешествие. Виктор Атласов вернулся из похода по Заполярью. На плавательную дорожку «Установись» стартовало первенство Рязани по плаванию. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Вчера наделал немало шума в средствах массовой информации антиалкогольный законопроект, поступивший в Госдуму. Согласно представленному на рассмотрение парламентариев документу, предлагается увеличить до 21 года возраст, по достижении которого допускается покупать спиртные напитки. Авторы законопроекта убеждены, что принятие данной меры оградит наше общество от ранней алкоголизации молодого поколения. Впрочем, стоит отметить, что в 2012 и 2013 годах подобные законопроекты выносились на обсуждение, но не получили тогда поддержки большинства парламентариев и были отклонены. Впрочем, борьба с незаконной продажей спиртного продолжается в Рязанской области. После вступления в силу поправок в региональный закон о реализации алкогольной продукции под запретом оказались рюмочные, работающие в жилых домах. Однако недавние рейды правоохранителей показывают, что питейные заведения так просто закрываться не собираются. После принятия регионального закона, который запрещает рюмочным располагаться в жилых домах и пристройках к ним, начался новый этап борьбы с расплодившимися питейными заведениями. И борьба эта все больше напоминает противоборство с игорными клубами. Последний рейд рязанских полицейских по злачным заведениям Горрощи показал, что предприниматели, торгующие алкоголем, практически повторяют шаги владельцев игорных клубов 3-4-летней давности. Тогда, помнится, после принятия закона об игорных зонах многочисленные казино закрывались крайне неохотно. В некоторые заведения, грубо нарушающие федеральный закон, приходилось буквально пробиваться с помощью ОМОНа и подручных средств типа болгарки и кувалды. Дверь открывай! После визитов правоохранителей игорные клубы открывались вновь и вновь. Правда, каждое последующее их возрождение резко убавляло клиентуру. По итогам долгой и напряженной борьбы однорукие бандиты оказались в глубоком подполье. По крайней мере, такого разгула азартной деятельности, как еще 5 лет назад, уже невозможно представить. В конце августа этого года депутаты 5-го созыва облдумы приняли региональный закон об ограничении распространения алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и в пристройках к ним. Впрочем, такие меры необходимо было принять уже давно. Жителям таких домов приходилось ежедневно наблюдать не самые приятные картины, героями которых становились завсегдатаи забегаловок. Они шумели, дрались и дебоширили, не давая гражданам спокойно спать и передвигаться по своему микрорайону. Похоже, что некоторые рюмочные, попавшие под запрет, пытаются повторить судьбу игорных клубов. Сейчас они стараются замаскироваться. Пока что, правда, весьма примитивно. Просто снимают с фасада вывеску. Так было в заведении на улице Гоголя. За выходные и за истекшие сотрудниками полиции было выявлено 11 фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Изъято более 100 литров алкоголя. Бары не осуществляют торговлю, осуществляют торговлю в жилых домах только организации, имеющие статус ресторанов, поэтому всевозможные закусочные, мини-кафе на данный момент не имеют права осуществлять реализацию алкогольной продукции у себя на местах. Если в жилом доме до сих пор располагается рюмочная, то для горожан открыта горячая линия. На телефон можно сообщить о работе злополучного питейного заведения. А теперь о происшествиях, произошедших сегодня. Стало известно, что при обрушении кровли одного из цехов завода «Тяжпрессмаш» погиб один человек и еще один рабочий с травмами госпитализирован. Утром 23 сентября спасателям поступило сообщение об обрушении кровли в столярном цехе рязанского завода «Тяжпрессмаш» на улице Промышленная. В ликвидации происшествия принимали участие 18 спасателей и 5 единиц техники. В результате обрушения кровли погиб 27-летний мужчина. Еще один человек пострадал. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Сейчас на месте происшествия организована работа по разбору завалов. А рязанские полицейские сообщают о задержании телефонного не то шутника, не то злоумышленника. Подозреваемый мужчина 1,5 недели назад позвонил в полицию и сообщил о заминировании торгового и развлекательного центров. 11 сентября в полицию поступила информация о минировании торгового центра «Атрон» и развлекательного комплекса «Озон». Звонивший, конечно же, не представился. На место прибыли пожарные, скорая помощь, взрывотехники, ОМОН. Всех сотрудников и клиентов эвакуировали. Полицейские с помощью служебных собак и спецсредств провели проверку помещений. Однако бомб в указанных центрах не оказалось.
В ходе расследования полицейские выяснили личность звонившего. Им оказался 47-летний рязанец. Сотрудники управления МВД России по Рязанской области совместно с коллегами из регионального ФСБ в ходе реализации оперативных материалов задержали злоумышленника, который подозревается в совершении по телефону заведомо ложных сообщений об актах терроризма в рязанских торгово-развлекательных центрах. Напоминаем, что в сентябре в правоохранительные органы поступали анонимные звонки об угрозе взрыва в рязанских торгово-развлекательных центрах. Полицейские обследовали указанные помещения, также близлежащую территорию, и никаких взрывных устройств не обнаружили. В ходе реализации оперативных материалов оперативники уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из регионального управления ФСБ установили личность подозреваемого в совершении этих телефонных звонков и задержали злоумышленника. 47-летний рязанец взят под стражу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Впрочем, рязанцы отличаются и на других поприщах. В город домой вернулся из пешей экспедиции по Заполярью наш земляк Виктор Атласов. За почти 3 месяца пребывания в районах не совсем пригодных для жизни он собрал массу впечатлений и обещает поделиться ими с горожанами в первых числах октября. За 3 месяца инженер-строитель преодолел около 3000 километров по тайге, болотам, тундре, рекам Сибири, Урала, Крайнего Севера и даже погостил на Ямале. На надувной лодке без сна и отдыха Виктор Атласов 30 часов плыл по Обской губе до своей первой стоянки. Ямальское лето встретило его недружелюбно, но 2-дневное испытание штормами путешественник выдержал. Когда пережил я этот шторм, 48 часов под ливнем, там огромные волны и температура всего 4 градуса. Короче, я убедился, что какие резервы организма. Дрожь била вот так, никогда. Вот. От меня ничего не зависело. Там управлять лодкой туда-сюда, ну, и без толку. Главное, мысль была, вообще выдержит организм такой. Даже не чихнул потом. На себе Виктор несет во время путешествия около 50 килограммов. Надувную лодку, палатку и другие необходимые вещи. Он в одиночку путешествует по России с 1992 года. За это время он побывал в 89 регионах. 3000 – это можно от Рязани доехать до границы и вернуться назад. То есть я, не напрягаясь так просто, как, можно сказать, как обычный турист, объездил всю европейскую часть и не встретил ни одного нашего. При этом иностранцев полно. Всех. Европейцы все, больше всего немцев. Катаются по России на велосипеде. Наших нету. Ну, мне как-то стало обидно. Кроме впечатлений и фотографий, в этот раз Атласов привез с собой и потери – сотовый телефон и 6 килограммов собственного веса. Следующим летом путешественник планирует маршрут по Крайнему Северу. Любят природу и юные рязанские натуралисты. Накануне ребята представили на областной конкурс «ЮНАТ-2015» плоды своего труда. Овощи и фрукты выращены на дачах и приусадебных участках. На открытии конкурса побывала и наша съемочная группа. Областная выставка «ЮНАТ» проводится ежегодно с 1941 года. Конкурс собирает участников, школьников со всей области. Целью проекта организаторы видят развитие интересов детей к сельскому хозяйству. Так, в этом году участники представили на суд зрителей экспозиции и детские исследовательские проекты в номинациях «Овощеводство», «Плодоводство», «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Цветоводство», «Личное подсобное фермерское хозяйство» и «Пчеловодство». Увлекся я пчеловодством уже достаточно с раннего возраста. Все-таки моя вся семья, включая старшего брата, отца и вообще деда и прадеда, занимается пчеловодством. Для нас стало семейное занятие и очень интересно. На самом деле. На этой выставке мы представили разные овощи, потому что у нас есть свой участок, на котором мы это выращиваем. Также мы выращиваем пшеницу, даже мы ездим, как перемалывают эту пшеницу, как делают, пекут хлеб. Все это заинтересовало, все это стало интересно, и захотелось принять это в этом участие, чтобы частичка твоя была на столе. В течение дня дети представляют и защищают свои проекты по секциям. В каждой номинации присуждается 3 призовых места. На выставку представили свои экспозиции 25 муниципальных образований Рязанской области из 29. Здесь представлены достижения учащихся, продукция, которую они вырастили на учебно-опытном участке. Работы отбирались, во-первых, должна быть самостоятельность исследования, должна быть научность, актуальность. Очень хорошо, если многолетние исследования. Победителям и призерам вручили дипломы областного министерства образования и памятные подарки. Авторы лучших работ выступят на всероссийских экологических мероприятиях. Еще одно детско-юношеское соревнование, только уже спортивное, проходит сейчас в бассейне Рязанского медицинского университета «Аквамед». Там ребята-пловцы участвуют в открытом чемпионате и первенстве Рязани по плаванию.
Чемпионат открытое первенство города по плаванию проходит в бассейне «Аквамед», который расположен на территории Рязанского медицинского университета. В соревнованиях приняли участие более 100 человек. Все они члены команд спортивных школ города и области. Пловцам предстоит показать себя на дистанциях 100, 200, 800 и 1500 метров в плавании на спине, баттерфляем, брасом, вольным стилем и эстафетах 4 по 50 метров комбинированным стилем. Чемпионат и первенство города такого уровня проходит в «Аквамеде» впервые. Мы сейчас проводим процедуру необходимой сертификации бассейна по требованиям Всероссийской Федерации плавания. Надеемся, что это будет только первая ласточка, будут соревнования еще более высокого уровня. На будущий год мы надеемся пригласить к нам ведущих пловцов медицинских вузов и провести, по сути, первенство, чемпионат по плаванию среди медицинских вузов. Надеемся, что проведем хорошо. Ну и это будет еще определенный небольшой пусть вклад в популяризацию и плавания, и здорового образа жизни. Популярность плавания в Рязани растет во многом благодаря бассейну «Аквамед», говорят тренеры спортшколы «Волна». Их воспитанники занимаются в «Аквамеде» с самого открытия. Наиболее преданные болельщики – это, разумеется, родители. Они в один голос заявляют, что ребята занимаются плаванием с большим энтузиазмом, и заставлять ходить в бассейн на тренировки никого не приходится. Я, наоборот, ему говорю: не ходи, может, устал, отдохни. Нет, я пойду. Ему нравится, да. Небольшой момент был в начальном периоде, когда пошли более нагрузки. Все, как правило, люди, как люди, стараются уехать. Но поддержали, объяснили, и все, теперь он, можно сказать, к бассейну прирос. Мы поощряем, потому что это организует его, это способствует гармоничному развитию моего сына. Ну, это безопасный вид спорта, я считаю, он не травмоопасный. Это полезно для всех органов и систем организма, растущего особенно. На открытии соревнований начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кощеева отметила важность проведения мероприятий, способствующих популяризации плавания в Рязани и повышению спортивного мастерства пловцов. Из победителей и призеров этих состязаний будет сформирована команда, которая отправится на чемпионат ЦФО отстаивать честь региона. А у нас достаточно сильные сейчас команды, потому что лето у нас прошло учебно-тренировочных сборов на выезде. Ребята сейчас готовы. Ну, сегодня первый день. Я думаю, ребята достойно себя проявят и отберутся, попадут в состав нашего региона, то есть в составе сборной области. Чемпионат «Открытое первенство Рязани по плаванию» будет проходить в течение 2 дней. Победители получат не только грамоты и призы, но и абонементы на посещение бассейна «Аквамед», которые они смогут подарить своим друзьям или родственникам. На этой неделе специалисты зафиксировали несколько температурных рекордов многолетней давности. А в ближайшие дни, как сообщают синоптики, в регионе установится аномальная жара. Осень передумала, и бабье лето продолжается на радость жителям нашего региона. Аномально жаркую и преимущественно сухую погоду вплоть до конца этой недели обеспечит малоподвижный гребень антициклона, распространившийся с Ближнего Востока. Погода шепчет, а температура воздуха больше соответствует июлю. По данным метеостанции Рязань, не единожды были побиты рекорды максимальной температуры. 18 сентября перекрыт абсолютный максимум 1964 года. Тогда температура достигла максимум 25,2 градуса, в этом году 26,4. 19 сентября перекрыт абсолютный максимум 1955 года. Тогда он составлял 24,7 градусов, в этом году 26,5. А также 21 сентября перекрыт максимум 1964 года на 1/10. Теперь абсолютный максимум 26,2 градуса. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни вполне могут быть установлены новые рекорды. Ну а нам с вами остается только радоваться и наслаждаться вот так приятно свалившимися нам на голову теплом и солнцем, раскрашивающим и без того яркие тона золотой осени. И это был заключительный видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска. Ну а далее в эфире программа «Подробности». Гостем в студии станет путешественник Виктор Атласов. И с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40.